Это не повтор! Какая прикольная! Всем привет, ребята! На канале Супер Руслан! Сегодня у нас на обзоре новая коллекция с Баба «Морские хищники». Супер новинка этого лета! У нас всего 12 игрушек, надеюсь, будет без повторов. Поехали! Так, первый пакетик. Да. Ребят, у нас вот такие замечательные, классные коробки. Шалоты, целая коллекция здесь. И я открываю. Да. Давай, смотрим, кто же нам там попался в этом чудесном чудо-пакетике. Морские хищники, ребята. Чудеса! Осталось посмотреть, кто же там внутри нам попался. Я попытаюсь повторка. Давай, повторка самая первая, да? И это осьминог. Нам попадается ужасный кракен. А если честно, это гигантский кальмар. Ребята, а еще некоторые игрушки светят в темноте, либо меняют цвет. Кстати, кальмар ничего не делает. Там вижу, какая-то акула там светит. Ну давай, мы зато откроем следующий пакетик и посмотрим, может быть, следующий какой-нибудь супер наш морской герой светится. Давай. Заметь, что он едет в машине. Я только сказала, что светящаяся акула, вот светящаяся акула. Акула, обалдеть. Это, кстати, скорее всего, белая акула. Да, потому что она белого цвета, логично. У этого страшного мегалодона гигантского уже шарики внутри есть, даже гелевые. Арбиза тип. И следующий наш морской персонаж. Смотрим, кто же это. Это один из тех, кто мне нравится. Акула-мол. У-ху! Это как акула-трубок. Я сначала подумал, что это акула какой-то слон с хоботом. Сколько я акул-молтов за всю свою жизнь не видела, вот такое я еще никогда не видела. Первый раз, да, посмотри, а в ней арбизы есть внутри тоже? Да, есть. Разноцветные тоже. Следующий пакетик. Круто, открывай пакетик. Так, и смотрим. Следующая игрушка. Это у нас Марлин. Вот. Воу, слушай, красивая расцветка. Да, ребята, это рыба Марлин, и она на большой скорости может проткнуть. Очень опасно, да, ее, ну, если дайверы, например, да, ныряльщики встретятся с ней, могут же не поздороваться. Кстати, она еще светится в темноте. О, ну-ка, пузырьки и шарики, надуй-ка в ней. Тоже светятся такие красные. Ну, не красные, а разноцветные. Сейчас, сейчас. Так, открывай. Смотрим, давай, Слишка. Какой-то ты большой пакетик взял, ты там громадный попадется. Пасту делись, либо нет. Давай. Это либо скат, либо кашалот, мне кажется. Ну, давай, доставай, смотрим. Это... Кит, мне кажется, какой-то попался. Нет, это Руслан угадал, это кашалот. Кашалот? Ну-ка, давай, вытаскивай. Это кашалот. Это каша. Это касатка. Это касатка, какая гигантская, обалденная. Гигантский размер, обалденно. Ребята, у нее размер, смотрите, вот ладошка, да, взрослого человека, дай-ка ее померим. Если кошелок. Она вот на ладоньке у меня умещается вообще без смотрите, проблем. Смотрите, видите, рот. Ну? Вот так делаю. И открывается. Это не суперспособность, рот открывается в другую сторону. Еще в ней очень много шариков. Вау. Конечно, это очень круто. Ребят, ну вот, Руслан, Богдан, вот вы сравните, вот игрушка, и тут довольно большая. Рядом с ней, ну-ка, сравни кошелек, да, это касатку, то есть. Ну-ка, Руслан, подержи, я так поснимаю. Вообще мало. Смотрите, размер как будто две игрушки. Вот, а ты там наполовину. Разницы даже нет. А какие кошелок тогда будут? Я думаю, это самая большая игрушка за всю историю вообще наших всех игрушек. А мы пробуем, и она открывается. Магия. Магия. Это как пупы, только.
только не обожжет. Давай кого-нибудь чудесного оттуда доставай, замечательного. Медуза. Медуза? Мы друзья. Медуза, медуза, мы друзья. Ребята, это две игрушки единственных, которые светятся в темноте. Ура, они нам попались. Это осьминог и медуза. Обалденно. Ой, круто, зачем? Акула. Акула, белая акула, да, и медузка, я... светящаяся. Угу. Да, ну пока идем славненько, без повторов, так что давай, открывай, смотрим. Богдан, давай, выпрыгивай с игрухой. Ого-го, повтор, да, ребят, белой акулы. Ребят, надеюсь, это единственная повторка за всю коллекцию. Опять открываю я пакетик. Давай, всегда в нашем деле самое сложное это надеяться, что без повторок. Мне кажется, это... угадайте, кто это? Повторка! Повтор, да, Марлин у нас? Да. Смотрим, Богдашка, давай, следующий пакет вскрываем. Это он не очень большой. Давай. Касатка. Касатка? Нет. Тигровая акула, мне кажется, это тигровая акула. Да, она похожа на тигровую. Ты сейчас сказал тигровую акулу, потом опять сказал. Да, это тигровая акула. Это тигровая акула, просто она тигровая. По размеру они, да, в принципе, ребят, смотрите, очень похожи с белой акулой. Ну вот эта штука больше у белой акулы. Ну-ка, вот. Ну, короче, они очень похожи по-своему. Да. А еще я приношу применение белой акулы. Применение акулы – это таран коробок. А с касаткой? Ой, да, касатки. И у нас, угадайте, кто это? Кашалот! О, зеленый! Ребят, да, смотрите, они две такие большие, но касатка больше. Да. И он опять, кстати, меняет цвет. Слушай, зато вот этой игрушкой можно смело отмахиваться на улицу. Бамс! И вот от каких-нибудь злых собак, например. Да. Прикольно, замечательные игрушки. Да. И следующий, кто нам попадается? Мороженое! Ох-ох-ох, ребята, охушки хо-хо. Итого у нас уже две медузки. Это не повтор. Какая прикольная. Скан, наверное. Не похоже. Это электрический скат, скорее всего. Нам попался электрический скат, только он немножко пугленький. Итого из 12 игрушек нам попалось 9. И это хороший итог. Ребята, мне, да, больше всего понравились касатки только из-за ее размера. Размер у нее, конечно, да, гигантский, да, ребята. Как я и говорил, таких гигантских размеров еще не попадалось. А еще мне вот это понравилось. А мне очень сильно понравился вот этот кашалот, да, и вот этот. Марлину понравились. Да, Марлин. Ну, ребят, эта коллекция, чем мне тоже еще понравилось, что она, большие, я вам честно скажу, во-первых, они большие, они очень мягкие. Ребят, вот этот... Кстати, вот этот внутри, как это называется у нас? Арбизы, да, шарики? Вообще считается, они очень редко встречаются в коллекциях. В основном, да, туда такой, помните, такой белый наполнитель, да, какой-то добавляют. Шарики, да. А все игрушки вот с таким наполнителем считается, что это, ну, какая-то эксклюзивная. А здесь все, такие, все игрушки с таким наполнителем арбиз. И из-за этого они очень мягкие, просто мягкие. Тут, мне кажется, только эксклюзивный. Это у которого разноцветные шарики. Так что, ребят, покупайте коллекцию с бабам. Обязательно. Ссылка ниже в описании, в киосках, на сайте у Адборис уже заказывайте. Короче, да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Канал Супер Руслан ждет вас. Пока, до скорых встреч. Главная камера. Пока.